Тропия Групп Медиа Продакшн. Производство компании Тропьер Групп. Завод «Джеликс» – один из крупнейших производителей насосного оборудования в России и странах ближнего зарубежья. Более 9 гектаров производственных и складских площадей, собственный автопарк, современные высокоточные станки и роботы европейского уровня, кузнечно-прессовое, плавильное, литейное оборудование, сборочные конвейеры. Все операции, производимые с металлом и пластиком, выполняются на заводе. Благодаря этому достигнуты высокий контроль качества и эффективность производственного процесса. Собственный конструкторский отдел разрабатывает абсолютно новое насосное оборудование бытового назначения и доводит до совершенства уже имеющиеся. Продукция «Джеликс» полностью сертифицирована. Многие изделия из ассортимента запатентованы, уникальны и не имеют аналогов в мире. Так, на базе разработаны и запатентованы погружные насосы серии «Водомет». Их производство осуществляется с помощью конвейерной системы сборки, где выполняется весь спектр необходимых производственных операций – от изготовления комплектующих до сборки готового насоса. Каждый готовый насос в обязательном порядке испытывается на стенде с водой перед его упаковкой. Насосы серии «Водомет» используются для автоматического водоснабжения загородных домов. Они предназначены для подачи чистой, без примесей воды из скважин и колодцев. Выпускаются в нескольких модификациях, что позволяет расширить возможность их использования. Насосы «Водомет» надежны, энергоэффективны и долговечны. Важной частью системы водоснабжения являются гидроаккумуляторы. Их производство проходит практически полностью в автоматическом режиме – станками-автоматами и роботами, которые выполняют бесперебойные циклы сварки, сборки, окраски и упаковки продукции. В соседних цехах аналогичным образом производят расширительные баки для систем отопления. Для покраски готовых гидроаккумуляторов и расширительных баков применяется метод порошковой окраски. Завод «Джеликс» производит более 40 видов гидроаккумуляторов и расширительных баков различных емкостей. Основное их назначение – это поддержание постоянного давления в системе, сохранение запаса воды, а также бережное отношение к ресурсу насоса. Кроме насосов серии «Водомет», на конвейерах собирают и насосные станции «Джамбо». В ассортиментную линейку входят как классические модели насосов с чугунным корпусом, так и современные решения, выполненные из пластика. Насосные станции «Джамбо» предназначены для подачи чистой воды из различных источников и дальнейшего бесперебойного автоматического водоснабжения вашего дома или коттеджа. Все комплектующие для насосов производятся в цеху пластмассового литья. Они используются для выпуска более 280 видов изделий, таких как скважинные оголовки, колбы фильтра, гидравлические детали и корпуса насосов. Мы производим весь спектр труб ПНД для монтажа систем водоснабжения и фитингов к ним. Трубы имеют маркировку по метражу, что значительно упрощает их использование продавцами и покупателями. Цех пластмассового литья способен выпускать более 100 тонн трубы и выплавить порядка 60 тонн комплектующих в месяц. Материалы, используемые в производстве, сертифицированы для контакта с питьевой водой. На территории завода «Джеликс» сформирован современный интеллектуальный компьютеризированный складской комплекс, состоящий из нескольких зон и оборудованный конвейером. Конвейер расположен вдоль всей погрузочной зоны и позволяет обеспечить быструю и точную сборку заказов, что сводит к минимуму общее время загрузки товара. Компания «Джеликс» имеет развитую дилерскую сеть по всей территории России и ближнего зарубежья. Основные цели и задачи компании – гарантировать производимому на российском заводе оборудованию качество и доступность как можно большему числу потребителей –